Собрать людей на христианскую молитву к Богу – непростое дело. Собрать братство во Христе, из убийц, стати и насильников – дело очень сложное, без помощи Божией даже невозможное. Весной 2005 года, благодаря молитвенному горению ко Христу нескольких осужденных в колонии строгого режима поселка Каменка Кабардино-Балкарской Республики, зародилось братство в честь святого священномученика Фадея, архиепископа Тверского. Преодолевая множество трудностей и внутренних нестроений, внешних препятствий, непониманий и даже противодействий, братья, да, не языка, а теперь именно братья, вымолила и построила своими руками на свои средства храм, который 14 ноября 2007 года был торжественно освящен. Живущий во стране сей несмертный, свет воссияет на выходе. С нами Бог, разумейте языцы, разумейте языцы, разумейте языцы. И покоряйтесь, и покоряйтесь, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Яко ангелом своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспидой Василиска наступишь и поперешь льва и змея. Искуплены новозаветной твоей святаго алтаря, где огни божественного света твой тихий глаз зовет меня.
все предстаю. Обремененный тяжелый ношею греха, сознанием горьким обличенный, страшусь небесного огня. Как приступлю к трапезе тайной, к трапезе чистой пресвятой? Я в язвах весь, я весь страдаю. Земной суд определяет разбойникам достойное наказание. Суд Божий нам в полной мере неизвестен. Куда склонится сердце человека? К беспристрастному суду или к милости? Зависит от знания истинной любви, творческого дара, который делает нас подобных Богу. Как в реальной земной жизни возлюбить человека падшего, отверженного всеми, у которого внутреннее уродство отобразилось в телесном безобразии? Как возлюбить злодея, которому и подойти-то порядочным людям омерзительно? Достоин ли такой человек сострадания и милосердия? Пусть для каждого предлагаемая история станет некоторым испытанием сердца. С тобой жизнь новую познаю, воскресну мертвою душой. Ты сладость сердца, верх блаженства, ты мир, премирный покой. Любви священной совершенство, и смертным нам жить лишь с тобой. Каждое утро просыпаюсь лишь с помыслами, с такими, что все эти годы, которые я жил, я только сейчас, когда не могу уже ни ходить, ни сидеть, я обратился к Господу за помощью, с раскаянием своим. И Он все эти годы, терпя раскаяние, и терпя все бесчинства мои, и простил меня. Измучен я и истомлен, один как странник, одинокий блуждаю жизненной стезей. А путь безвестный и далекий, не знаю, как дойду домой. Ты путь, ты истина святая, с тобой дойду до царских врат, и мне отверзут двери рая, где буду вечно ликовать. Искуплены новозаветной твоей святаго алтаря, где огнь божественного света твой тихий глаз. Господь и может помочь только всего. Я и не знаю даже, как другими словами это выразить. В греховности своей, начиная с детства,
и пошел по самому легкому пути. Постепенно, начиная с мелочей, стал обманывать и мать. Прогуливать уроки, и постепенно я, хотя и занимался и спортом, с виду казался порядочным человеком, а внутри я уже очень сильно погряз, утонул в своей греховности. И когда пришло время, меня и призвали в армию. К тому времени я уже имел разряды и по стендовой стрельбе, и по альпинизму, и был институтом рукопашного боя, и меня и призвали в войска специального назначения. До этого времени я думал, что сильнее меня вряд ли кого можно отыскать. Там я столкнулся с более сильными. Постепенно проходило мое обучение. Особое дело я сразу, узнав о той подготовке, которую я проходил, передавал мои документы в ростовскую бригаду ГРУ. В то время отделение государств пошло, воины мелкие нас и забрасывали, оставляли там. Закончилась у меня служба, когда я уже не захотел служить дальше, это когда закончилась первая чеченская кампания. Вернулся обратно. Вот. Но жить так же я не смог. Указ о врагов Христовых при победе в Иси. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья, ныне в этом храме в честь священномученика Фадея совершается богослужение, божественная литургия, куда каждый из нас приходит в храм. И все твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослави на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победил и тем начало, и власти тьмы. Верою, благоговением и страхом Божиим, ходящий твой, Господу помолимся. Господи, помилуй. Каждый из нас может сопричтиться ко своему Господу и Творцу, ко Христу, который нас ради человека нашего, ради спасения, сошел с небес, принял человеческую плоть и даровал нам вот это таинство, таинство причащения во исцеление души и тела. И каждый человек нуждается во враче, нуждается во спасителе своем, потому что знает, что трудно со своей волей, свобода которой никто не может ограничить, только лишь сам человек. Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, и Святой Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, все те грехи, которые я не исповедовал тебе, мой Господь и Создатель. Из-за огромного их количества я забыл, как я жил во грехе с детства и до сего часа. И ты, мой милосердный человек, любивый Отче, открыл мне глаза и сердце на содеянное мною. И я, Господи, ужаснулся своему падению греховному, твоему терпению, мой Творец, Создатель и Бог. Я пришел к Тебе, Господи, когда погряз в страшных грехах и неизлечимых болезнях для человеков. И придя к Тебе, я увидел,
что как ты меня любил, так и любишь. И все эти годы, творя беззаконие, приступая твои заповеди, ты ждал меня, спасая постоянно от неизлечимой, а не неминуемой смерти, чтобы я не погиб в смерти вечной, а исповедовался, причастился и стал на путь добра и света. Как я мог столько времени находиться вдали от тебя? И как я, грешнейший из человеков, могу что-либо таить от тебя? Я жажду, Господи, очиститься от скверной сердечной, от греховности, которой пропиталась все мое тело. Но, Господи, я слаб и нищ. Без твоей помощи я ничтожен и ничего не в силах сделать. Я, Господи, с раннего детства был одержим такими грехами, греховными страстями, которые трудно было заподозрить в таком раннем возрасте. Я, Господи, был одержим лукавством и жаждой завладения чужого имущества, был одержим похотью. Я был не раз бит за греховные дела своей матерью, и это должно было отвратить меня от греховного пути, боясь физического наказания. Но я только все глубже погружался в пучину своих грехов, и чем старше я становился, тем пагубнее становились грехи, творимые мною. К 20 годам мною владела гордыня. Я во всем мире никого не считал достойным уважения и помощи. Я твердо встал на путь греха, хотя и посещал церковь, но эти посещения были данью обычаю. Также, Господи, меня завлекали всячески в разные секты, но я шел за ними лишь потому, что туда меня тянул блуд и похоть. Их верования я не разделял. Запросы мои все возрастали, я не хотел выглядеть ниже своих сверстников, ни в одежде, ни в количестве денег, расходуемых мною. Я стал пить, курить, употреблять легкие наркотики, я ношу. Я стал воровать деньги своей семьи, прекрасно понимая, что этим я не подниму уровень своего благосостояния. И я вожевал имущество и денег совершенно незнакомых мне людей. И каждый вечер шел на преступление, вооруженный и готовый убить любого, кто встанет на моем пути к цели. Я оборвал все магазины в городе, где жил, аптеки, детские сады, взломал сберкассу, но денег взять не смог. Частные домовладения, ограбленные мной, вообще не поддаются пересчету. Я до такой степени обнаглела своей безнаказанности, что, подходя к дому, который я хотел ограбить, и не находя способа войти туда, я взрывал дверь. И чем больше воровал и наживался на ворованном, денег больше не становилось. И для меня эти походы стали обыденными. Я уже не ходил туда для того, чтобы обогатиться. А ходил лишь для ощущения постоянной опасности и чувства, что я всемогущ, могу приступать все человеческие законы и делать все, что мне заблагорассудится. Я считал себя способным решать жизнь человеку или умереть. Жизнь или смерть находятся в моих руках, и все окружающих я просто презирал за то, что боятся условности. Так я воспринимал законы человеческие. В своих запросах я шагнул дальше, воровал фирму, которая начала торговать в нашем городе бензином, на несколько тысяч литров бензина. Меня стали бояться и опасаться, а я воспринимал это как знаки уважения и почитания своих заслуг. Постоянно понукаемый врагом дьяволом на пути наживы и похоти, я не разбирал пути к достижению своих целей. И я стал там торговать самой смертью, продавая всем, кто мне заплатит, армейское снаряжение и боеприпасы. И при очередной продаже партии гранат и патронов покупатель по неосторожности и незнанию армейских гранат нового поколения выдернул чеку, думая, что она взрывается от удара. И она взорвалась в 3 метрах от меня, разрушив дом и прошив осколками всех, кто был в доме и кто пытался убежать. Только я остался невредим, осколки обошли вокруг меня и вошли в стену. Меня как контузило, и я, приступив через черепицу и кирпичи, обвалившиеся крыши, а также через раненых, ушел, виня во всем пострадавших.
Придя домой, лег спать, разбудили меня сотрудники милиции, выехавшие на мое задержание. Я был очень удивлен их приходом, ведь я считал себя недосягаем для них. Но даже после задержания думал, вот меня отпустят. Но оказалось, нет. И казалось, в темнице я сильно переживал свое состояние. Я вообще считал себя невиновным, а виновных пострадавших людей. Я стал молиться тебе, Господи, но в моей молитве не было искренности и желания встать на путь светлый, ведущий в жизнь вечную. Я хотел, Господи, чтобы ты меня освободил. Я даже грешником себя не считал. Срок дали небольшой и посчитали, что сделал это я по неосторожности и своей глупости. Я сидел и копил зло, и окружали меня такие же озлобленные на весь мир люди. Время прошло, и меня освободили даже раньше того срока, который был предназначен судом. Посчитали, что я исправился и встал на путь исправления, и ничего подобного не совершу. Но они, Господи, не знали, как я грешен и грешил с детства. Они не знали, что обман и лукавство стал второй моей кожей. Но когда я освободился, город, в котором жил, поверг меня в шок. Жизнь не стоит на месте. Все движется, все меняется. И все изменилось. Только я не изменился. Наоборот, стал во много хуже прежнего. И мне посвящился человек еще хуже и страшнее меня. Он втянул в начале совершения совместные попойки, в пьяном состоянии втянул в начале совместные кражи, а потом и толкнул на убийство, так как сам этого делать не хотел. И я убивал с такой яростью этих людей, как будто эти люди виноваты во всех моих бедах, всей моей жизни. Не требуй здравия врача, но болящие, не придут призвать и праведники, но грешники, но покаяние. Мы счастливы, мы благодарны Богу за то, что Господь, видя нашу человеческую немощь, дал нам таинство покаяния, дал нам таинство причащения. И сегодня многие из вас вот приступят к этим таинствам, исповедуют свои согрешения, вольные и невольные, и через таинство причащения тела и крови получат этот дар от Господа, дар исцеления, дар возможности восставать и воскреснуть для жизни вечной. Яко ты си воскресение, жизнь и покой усопших, раб твоих все си нами поминаем. Я знал, что мои дни на свободе сочтены, и чтобы избежать всего этого, я решил убить себя. Снял дом, чтобы спасти меня никто не смог, и пытался отравиться большим количеством таблеток, выпив их и даже не осознав, что совершаю страшный грех самоубийства, ведущий в смерть вечную. В то время и не знал, как, что это заставляет меня это делать. Просто вот эта вот постоянная тяжесть греха моего вот не давала мне покоя. Я с этим не мог существовать. И знал, что неизбежно то, что наказание мне будет. И через некоторое время меня посадили вследствие, что долго. Дали 20 лет, но меня это не успокоило. Я всем открыто заявлял, что нет таких стен, которые могут меня удержать. Вот. И когда
Через несколько лет я оказался в колонии. Я подбил несколько человек на совершение вооруженного побега. Изготовил огнестрельное оружие. Приготовил все с целью уничтожить, убить охранников, прорваться с боем и уйти в направлении в том, в котором я считал, что мне будет хорошо и спокойно. Те, кого я подбил на это, мне они были безразличны, только цель для меня была важна. И цель побега была для меня моя гордость. Я смеялся в лицо судьям, говорил, что никто не в силах меня остановить. После того, что я стал убийцей, кто и что меня может остановить? Но администрация колонии стала известна о готовящемся побеге. И они не стали рисковать, взяли всю группу и осудили на один год камерной системы. И даже после провала я не изменил своей гордости. Я гордился, что поверг в замешательство и страх даже тех, кто охранял. За всю историю этой колонии не было такого. Но просидев почти год, я поддался на обман дьявола. Он внушил мне, что есть мир, который меня оценит, и я займу достойное для меня место в этом обществе. Но мне мешает попасть туда моя телесная оболочка. Он рисовал в моей голове лживые фантастические иллюзии, что я убью свое тело, и сразу он меня перенесет туда. Теперь я понимаю, что это дьявол. После подвернувшегося случая завладеть отравой, путем обмана завладел ей и в темное время суток отравился этим ядом. Получилось так, что когда меня, как конвульсии уже били, контролер по буру, он заглянул и увидел, что мне плохо, и вызвал врачей. Меня нашли умирающим и пытались спасти. Была зафиксирована клиническая смерть, но я остался жить по Твоей милости, милосердный, чеколюбивый Господи мой. Но вместо того, чтобы прийти к Тебе, Господи, и упадя на колени, молить о прощении, я обвинял во всем врачей, что как они могли так поступить со мной, влазить со своим спасением. Это моя жизнь, говорил я им, и я сам распоряжаюсь ей. И я продолжал и дальше, но неизлечимые болезни для человеков овладели мной. В 2005 году на моем плече стала расти опухоль. Я заболел двумя заболеваниями, это сахарный диабет и рак. И боли не отпускают ни днем, ни ночью. И от безвыходности, постоянной боли я воззвал к Тебе, Отче, не ожидая, что после стольких лет бесчестных, страшных преступлений Ты ответишь мне, Господь мой и Создатель, Ты услышишь меня, сердцевидец. О чаше жизни предо мной Бога и Отца и причастие, и хлеб небесный предлежит. И я, трепещущей душой, дерзаю к тайнам приступить. Сосуд божественною кровью и телом Божиим презря, иду с надеждой и любовью к вратам святаго алтаря. И вот уста мои открылись, святыню приняли в себя. О, как они не опалились, вкусивший огонь божества. Прости мне всякое согрешение, Господи, вольное и невольное, видение и невидение, соделанное мною. Ты, Господь, есть сама благодать и сама любовь.
и имеешь власть отпущения грехов, и тебе славу воссылаю с обезначальным твоим Отцом и пресвятым и благим ждающим твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Друг, на следующем камере простит человек. Андрей, вся согрешение твое, я с недостойным романом, вас недавно. Прощаю, разрешаю тебя все грехов, так и Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. О милосердие пучина, о чудо большее чудес, о плоде божественного Сына, святыня высшая небес, и бедный грешник, подходивший как раб повинный, к судье отходит, как бы вновь оживший. Небесный хлеб неся в душе, и сердце радостно трепещет, и слезы льются из очей, и взор небесным светом блещет, и тихо сладостно в душе, и чей-то голос потаенный вещает сердцу: я с тобой, храни в себе мой дар священный, храни любовью святой. Любовь к Богу – это в двух словах не выскажешь. После того, что со мной случилось за мою жизнь, и какими путями я шел к нему, и после этого он простил меня, как иначе. В повседневной жизни стараюсь, особенно тот, кто и нуждается, оказать ему помощь. Мне от этого даже самому становится очень легко и приятно. Как и раньше у меня такого не было. Вот так вот. Праздник у вас. Сегодня праздник должен быть для вас, потому что вы встретились со Христом, с Господом Богом, который пришел грешника спасти. Он нас любит, он милует. О чудо веры, чудо силы твоей безмерной к нам любви, она нас мертвых воскресила, а мы в божественной крови. Вместе с братьями Андрей, в первый раз призвав от всего сокрушенного сердца благодать Божию, уже не смог жить иначе. Весь следующий год прошел в покаянии, в молитвах и в приготовлении к главному испытанию – искусу на преданность Христу Богу. Господь любит нас и хочет всем спастись. Да. Я начал искать, начал узнавать, и почему-то я не успокаивался. И никто, мне долго никто не мог объяснить, долго никто не мог ответить, а что, как мне понимать Бога? В моем представлении были разные там понимания. Кто-то объяснял там о космосе, кто-то о Луне, о звездах. Но все это я не принимал. Душа моя не принимала.
на протяжении многих лет, это на протяжении 5-6 лет. Пока я почему-то, потом тоже, казалось бы, совершенно случайно, да, так. А почему, я думаю, Библию-то не открываю, не почитаю? Хотя читал все, что угодно, но не Библию. Да, и... Все, что угодно. И потом взял, начал читать Библию и думал, вот он тот Бог, которого я искал. Мне надо было именно попасть в эту тюрьму, осознать себя вот эту историю, прийти в такое состояние, что я сам себе был настолько против, сам себя... Я уже не мог терпеть самого себя, то есть... Я не знал, куда... Меня совесть так беспокоила. Я не находил себе ни в чем утешения, ни в чем не находил радости такой, спокойствия. И когда уверовал в Господа, когда... Ну, уже больше, если сказать, когда уже пришел к православной вере, когда уже покрестился... Только тогда я получил, ну, такую вот, просто такую радость. То есть я получил именно то, что, знаешь, как сказать, то, что я, ну, надежда, да, надежда, просто надежда. То есть и вот эта надежда принесла радость. То есть надежда, что у меня еще есть шанс. У меня есть шанс, и что есть любящий отец, который хочет, чтобы я жил здесь. Ну, чтобы моя душа жила, чтобы у меня есть душа. И вот такое понимание. А у тебя так, у тебя через болезнь. Когда я помолился и Господа попросил поблагодарить за болезнь, для меня это... После этого чего? Ну, я до где-то часа три я успокоиться не мог. На начале у меня слезы сами по себе потекли. А вот с того времени я вот, она какая-то у меня зачастливая, вот, и чувства такие, короче, были у меня. А после этого я уже, ощущения мои совершенно изменились. Например, после этого я стал видеть в любой минуте своей жизни, любой миг. Это руку Господа. А вот смотри, брат. Вот, например, вот я вот прихожу к тебе, и, глядя на тебя, у меня такое чувство возникает, ну, такую жалость. Ну, то есть мне бы не хотелось, вот я думаю, ну, помоги ему, Господи. Мне бы не хотелось, например, такую болезнь, как у него, избавь меня от такого, потому что, ну, вот я... Для меня, например, это спасение. И ни за какие блага этого мира я, например, не поменял бы то, что у меня есть. Единственное, да, для человека всегда то, что надо для души, для тела, короче, очень трудно. Поэтому человек сам по себе слаб и подвержен многим страстям, желаниям. Вот искушение, вот на мой взгляд, лично на мой взгляд, все противные Богу приходят к человеку тогда, когда он свое внимание обращает на это. Как только он обращает внимание, прокладывается как нить между искусителем и человеком. И вот через эту нить он вначале его услышал, потом начинает с ним спорить. И как только он начинает с ним спорить, то уже он полностью почти захватывает с ним, потому что у человека слишком мало сил, да, для борьбы. Мы до того дошли, то есть, что, ну, где мы оказались, да, с тобой? Вот. Yeah. То есть оказались мы где? Оказались мы уже, так сказать, у самого дна, наверное, той пропасти адовой. Только, наверное, нас еще вот так милость, любовь Божия так держала, да, что yeah. так мы. Вот теперь
Теперь бы вот нам устоять вот в этом. Вот я хочу вот устоять на нашем таком уповании. Молитвы, когда мы становимся перед Богом. Ведь молитва – это и есть та живая связь, через которую Господь нам может дать силы бороться со своими страстями и пороками и побеждать их. Только во время молитвы Господь подает человеку благодать Духа Святаго, Духа Утешителя, который нам помогает в жизни преодолевать печали и невзгоды. Через молитву Господь и дарует нам возможность приобрести самые высокие по красоте качества для души человека и для его спасения. Это смирение и кротость, которые способны в нас воскресить Богом заповеданную любовь и искоренять в себе бесовское самолюбие, которое чаще всего-то и приводит нас к страданию и печалям житейским. Завивается парень у ворот, ой, парень у ворот, ой, парень у ворот, дожидается. Вынесли ему, ой, вынесли ему, несли ему сундуки полны добра. Это не мое, ой, это не мое, ой, это не мое, это батюшки мамо. Единственный мой доктор – это Господь. И как только человек полностью волю свою, собственную волю, убирает в сторону, полагаясь только на Господа, жизнь его сразу меняется. Болезнь безжалостно наступала. По благословению Андрей начал в этот год вести дневник, который является теперь немым свидетелем сражения человека за свое спасение. 24 июля 2009 год, пятница. Чувство будущего счастья переполняет меня чувством радости. Казалось бы, это бред радоваться своей смерти. Но я верю, что лучше в муках телесных умереть здесь, но жить вечно, созерцая Господа, чем радоваться здесь и мучиться в вечности. Это жизнь вечности миг, только миг. Я грешный раб Божий, тешу себя надеждой, что Господь не оставит меня грешного и простит, помилует меня. Я, Господи, весь перед Тобой. Болезни мои меня убивают и мучают, но я не перестаю славить и благодарить Господа за помощь. Прости и помилуй, Отец мой Небесный, грешного раба Твоего, Андрея. Просить Господа, что Он дал смирение и терпение по Богу. Вот. Потому что в том месте, в котором находится человек, Господь сам оставил это место, да, этим спасая от многих его бед, которые его ожидают. Андрею нужны были силы не просто терпеть истязание болью, а стараться терпеть безропотно, с верой в милость Божию, с неложной надеждой на спасение, со все возрастающей любовью к Богу и людям. Господь посетил свое создание тихой радостью, родившейся в глубинах сердца робкая в минувшем году мысль о монашеском служении, теперь разлилась во всем его естестве человеческом, источником, скачущим в жизнь вечную. Весь ум, все сердце и всю душу Андрея крепко объяло желание стать хотя бы и в конце земной жизни монахом. И Господь всегда у нас внутри. Поэтому, где бы ты ни находился, Он будет с тобой. И строю планов. Вот, даже если меня освободят, единственное мое желание – это здесь актировка при четвертой стадии заболевания.
Четвертое – это последняя стадия. Уже врач никуда не возьмется за лечение. Вот. Единственное, мечтаю, чтобы успеть по дороге заехать в храм. И волею своей волею приступающий ко Господу. Богу содействующий, честные очи. Отрицающийся мира и сущий в мире по заповеди Господней. Ей честные очи. Ей честные очи. Прибудешь ли в монастыре сем, или в нем же тебе от святого послушания повелено будет постничести даже до последнего твоего вздыхания. Ей, Богу содействующий, честные отчи, сохранившиеся в детстве целомудрие и благоговение даже до смерти. Ей, Богу содействующего, честные отчи, сохранившие даже до смерти послушание ко игумену и ко всем Христе братьям. Ей, Богу содействующего, честные отчи, прибудешь ли до смерти в нестяжании и вольного Христа ради в общем житии сущей нищете, ничтоже себе самому стяжевая и не храня, разве я же на общую потребу и все от послушания, а не от своего произволения? Ей, честные отче, прибуду Богу с поспешествующим. Прими раба Твоего сего Фадея, отвершивайся всех сих по святым Твоим заповедям и наставив на истину Твою, припадающий Ти неуклонно, награди его силу святого Твоего Духа, в ежене мощи действовать над ним, всякое сопротивное косвенное. Возьми ножницы и подашь Настасьюшку, это не мое, это не мое, ой, это не мое, это друга моего вынесли. Во имя Отца и Сына Святаго Духа, всем сиянием, Господи, помилуй. Господи, брат наш, ходи. Приемлет параман во вручение ангельского образа во всегдашнем воспоминании благого имя Христова, взятие на себе и легкого времени его отношения, его обуздание и связание всей похоти плоти своей, приемлетшей и знамение Христа Господа во своей вынесли яму клубок с мантиею. Это вот мое, ой, это вот мое, ой, это вот мое, Богом даденою. Моли за меня грешно. Спасибо, что помогли. Сколько сил Господь дал это все сделать. Сколько я пролежал на больничной койке, сколько носили на носилках мне.
Вчера я даже мог ползти сам. Оттого я ползу в этом монашестве. Просто я служу. О боли не думал. Я только молился, чтобы Господь позволил мне принять постриг. Потому что для христианина это великий дар. Это совсем не заслуженный мною. Это насколько я не ископал за свою жизнь. И Господь не погнушался все равно даже мной. Я понимаю, что нам навешивают столько, что хватит на много человеческих жизней. Но уповаю на милость Господа, на Его всепрощение. Что и такого, если не помог мне прийти к монашеству, вот, то просить меня и помилует своей любовью. Монахи ближе всех находятся к Господу. Поэтому сейчас, сколько мне не осталось, надо, насколько возможно, стараться стать таким, чтобы не было никаких у меня мыслей даже после постриха, что-то сделать иначе. Ночью сегодня меня одолевали не очень сильно, но я постоянно крест целовал и молился. Это все моя грешная жизнь. В чем-то дал им укрепиться, вот они и не дают мне покоя. Было время, когда я полностью только и служил греху. Поэтому они и сопротивляются, не хотят отпустить меня. Я вместе с болью, как будто они заодно. Поэтому сейчас особо надо крепиться и бороться. Только благодаря за заступничество священномучеников Фадея перед праздником 31-го отмечают день священномучеников Фадея. Вот 30-го меня освободили. Я думаю, что это его молитвенная помощь. Списали зоны, чтобы я у них там не умер. Вот не хотелось после того, как я пришел к православию, не хотелось и по ту сторону, в другой жизни, быть вдали от Бога. Хотелось как можно ближе к Нему быть. Потому что я уже не представляю себе как можно иначе. Страшусь предстать я пред тобою, не смею я тебя призывать, моею грешною душою, отцом безгрешного называть.
Отец, я сын твой, блудно жил я в стране далекой от себя. Твое богатство расточил я, грехом я погубил себя. Присытя скверными страстями, я голодом изнемогал, насыти чрево со свиньями, как скот их пищею желал. Раздрал я брачную одежду, которой ты меня облёк. Полногой я безнадежно волочился у чужих ворот. В полусознании безмолвно былое вспоминалось мне, родной наш дом, богатство полный, твой отец, любовь ко мне, и я решился возвратиться под твой отеческий покров. Решился я к тебе явиться, твоих родимых ног. Услышь, прими плачевный вопль мой, не отрекайся от меня, пусть буду я последний раб твой, себя лишивший сыновства, прости достойного проклятия и сына грешного прими, простри ему свои объятия и к сердцу теплому прижми. Ведь в нем любовь неистощима, в нем милосердие без конца. Ты примешь грешника как сына, ты возвратишь ему отца. Приди, приди, мой сын, скорее, тебя обнять давно я жду. Прильни к груди моей смелее, лобзай меня, мой сын, мой друг. Вы, верные рабы, придите, придите, срадуйтесь со мной, одежды светлые несите, несите перстень золотой. Мой сын воскрес, мой сын со мною, опять в объятиях моих. И сын с отцом одной душою слились в объятиях святых. О, грешник, грешник, уж пора бы вернуться и тебе к отцу. Смотри, чтоб жизнь не привела бы тебя к нежданному концу. Приди, приди, мой сын, скорее, тебя обнять давно я жду. Прильни к груди моей смелее, лобзай меня, мой сын,
друг. Господи, помилуй, Господине и Отце нашем, Священнейшем Патриархе Кирилле, я Господи... Братья, пусть по Богу живут, и чтоб не было между ними никаких ссор, разногласий, чтобы мир царил там в храме, и не любили друг друга. Благодарим Господа, достойный праведник. Благодарим Господа за все, что Он делает невежным. И особо за то, что дал мне великий дар монашества и кончину христианскую, которая по-любому будет у меня впереди, рано или поздно у всех у нас. Вот. И также за все скорби, боли телесные, лучше потерпеть здесь, чем там в аду. А если бы я не пришел к Богу, то только один путь был туда. А так все по заслугам приемлю от руки Господа. Твоя, о твоих, тебе приносящие о всех и за вся. Господь своим распятием на кресте для нас смерть из врага сделал другом, который помогает нам умереть, и чтобы прийти к Господу, я готов в любую секунду. Наверное, поэтому. Да, и вдобавок, когда душа твоя к нему стремится, ты ни о чем другому и не думаешь, наверное. Монах Фадей 1 марта 2010 года предстал душой пред желанным Господом. Тело же свое, измученное грехом и болезнями, предал до второго пришествия земле. Монашеский чин погребения был совершен в помещении морга, города Прохладного, откуда он родом. При торжественной службе присутствовали священник, алтарник и Божья Матерь, икона которой как будто для этого события была повешена в морге кем-то неизвестным, аккуратно над телом. Близкие покойного отказались признать его монахом, поэтому монашеские одежды после отпевания были сняты и положены тайно во гроб. Мы же веруем в милость Божию. Аминь. Ты дороженька, ты Господня, ай, никто же по тебе да не хаживает, ай, никто же по тебе да не хаживает. Тут и шли, прошли до три ангела, да три ангела, три архангела, да три ангела, три архангела. Да и шли они душу
грешного вели, а вели ее, вели, все вы спрашивали, а вели ее, вели, все вы спрашивали. Отчего же ты, душа, мимо раю прошла, мимо раю прошла, к нам и в рай не зашла, мимо раю прошла, к нам и в рай не зашла, как у нашем раю очень жить хорошо. Очень жить хорошо, только некому. Очень жить хорошо, только некому. Посреди рая древо райское растет, на нем листочечки да атласовые. Там и пташки поют херувимские, поют песенки серафимские. Отчего же ты, душа, к нам и в рай не зашла? Или от скупости, или от глупости? Или от скупости, или от глупости. Ты дороженька, ты господня, а я, ай, никто же по тебе, да не хаживай.